Просыпайся. Кажется, мы до сих пор еще толком не знакомы. В этой эре точно. Хотел бы я объяснить все странности, но времени нет. В общем, теперь ты знаешь Юнону. Я даже думал, что она сумеет завладеть твоим хлипким тельцем. Но что-то случилось. И она снова там, в плену. Ох, она некогда была великой. Из расы прекрасных, дивных созданий. Они создали вас. Ты в курсе? Люди были для них орудием. Только и всего. И станут снова. Надеюсь, скоро. Ведь мир почти готов к ее возвращению. Он ждет. Ждет второго пришествия. О-о. Они идут. Тамплиеры. Или в этот раз ассасины. Идиоты. Все они. Завидую. Она хотела, чтобы тут был я. Это ее эксперимент позволил мне возродиться в виде этой твари. Лежать! Лечь на спину! Живо! Он вооружен! Направь меня, любимая! Я твое орудие! Опусти оружие! Бросай! Брось оружие! Все, отбой! Он там жив? Тяжело ранен. А заложник? Эй, как ты? Слышишь меня? Ау, отвечай! Ты как? Ну, наконец. Слава богу. На первый взгляд, все хорошо. Можешь стоять? Так, а теперь походи. Доктор заходил. Сказал, беспокоиться не о чем. И что доза в шприце была существенно ниже смертельной. Я себе места не нахожу. Кошмар. Все улики указывали на тебя, а оказалось, это был Джон. Что мы нашли в его компьютере? У тебя будет все, что нужно. Я тобой так горжусь. Правда. Да, кстати, видеоролик готов. Посмотришь? Имеешь право. Вот так. Загрузила в твою базу. Можно смотреть здесь или в анимусе. Он классный. Здесь точно передан дух той эпохи. Ну, удачи. И еще раз спасибо. В мире, где пираты правят морями, они узнают, что нет ничего святого, и все предаются пьянству, грабежам и разврату. Ола, леди! Этим летом Abstergo Entertainment предлагает незабываемое приключение. Точите сабли, полируйте крюки. И в море с карибскими дьяволами! У данного продукта еще нет рейтинга.